Привет, друзья! Привет! А у нас посылки. Мы заказали в интернет-магазине некоторые товары. Решили попробовать, короче. Ну, я знаю, что это такое. Да? Даже я не знаю, что там. Там, наверное, что-то для кожи. А, я знаю, что это. Толстовка, наверное, да? Худи. Да. Для тебя. Так. Слушай, выглядит такая толстая она прям. Даже не ожидала. Слушай, прям очень добротная. Толстая. Я тоже такую хочу. Мягкая. Что, размер, ну, чуть великоват. Или, кажется, или нормально? Не, ну, просто рукава еще длинноваты. А так-то размер хороший. Не, размер хороший. Они не длинные. Слушай, крутая. Она теплая. Коль, нравится такая? Угу. Она очень толстая, очень мягкая. Да, она очень плотная. Швы все хорошие, такие ровненькие. Слушай, ну качество хорошее, мне нравится, очень толстое, приятное. Даже не ожидала. Давайте открывать другую посылку. А, давай. Так, это коврики в ванной. Коврики в ванной, какие красивые. Так, это первый набор. Крышка унитаза, слушай, а что она такая маленькая? А, она вот как, она вот так вставляется. Слушай, да это даже удобнее, чем мы привыкли. Да. Коврик, но не очень большой, но детям нормально. Это в детскую ванную. Да. Так. И это очень приятная, мягкая. Здесь вода, как сказать, проницаемая поверхность. Дырочка, все. Да. Ну и плюс она вот эти да, цветочки, они как резиновые. Да, такие, они не скользят еще. И такой же коврик, только большой должен быть. Большой, длинный. Ой, ну какой длинный, я даже не ожидала, что он будет такой большой. Почему такой длинный? Так, ну что, давайте попробуем ванну постелим. Да, да. Пойдемте посмотрим, как это будет ванна выглядеть. Так, вот она одевается. Маловато? Или да, нормально? Нет. Ну, в принципе, нормально. Мягко. Очень мягкая, такая приятная. Класс вообще, супер. У нас, кстати, здесь в Америке такие я ни разу не видела, чтобы вот так одевалась на резинке. Короче, вот этот коврик нам чуть-чуть не подошел. Хорошо. Ну и так, нормально, в принципе. И остался у нас большой. Он должен был у нас вот так вот лечь вот здесь. Нет, слушай, очень даже неплохо, да? Мягко, ужас. Классно. Главное, что он совсем не движется. Тянет, не скользкий, да? Ну, короче, получается вот такой вот наборчик. Мне очень понравился он. Я не пожалела, что его заказала. Кстати, если кто-то захочет такой же купить, я внизу под видео дам ссылки. Смотрим, что у нас тут еще есть. Это толстовка Сонина, наверное, да? Да. Такой пакетик у нее, прям, глянь, зиплок, да, замочек. Зиплок. Это мой худи. Давай посмотрим сначала внутри на нее. Ткань, конечно, не такая толстая, как у Коли, она потоньше, но очень мягкая тоже. Можете видеть швы. Все-таки все хорошо, мне кажется, сделано. Достаточно сшито. Угу. Слушай, кнопочки такие приятные, да? Да. Мне как раз. Повернись. Класс, мне нравится. Кофта. Мне тоже. Худи. Мне тоже нравится. Мне нравятся вот такие вот рукава. Воротнички. Класс. Так, ну что, давай дальше смотреть, что у нас там. Это что такое? Я думаю, что... Кубик-рубик. Это не кубик-рубик, это змей, как у меня в детстве была. Так, а это набор. Формочки. А это формочки. Печенье в форме, да, вырезать? Скоро будем печенье делать, знаете, они хорошо. Так, это чистилка для фруктов, овощей. Это для чеснока чистилка. Сейчас мы все развернем и посмотрим. Это змейка, пазл. И из нее это типа кубика Рубика. Типа. Не трогай. Ох, ты не помнишь такое? Играл в детстве? У нас в детстве были такие, я помню. И я больше нигде такой не видела. Вот у них на сайте я нашла его. Сейчас, Мань, сейчас я тебе отдам. Количество. Огромное все, что количество. Можно собрать разные схемы здесь, да? Для них сердечко можно. И вот такие, короче, книжки какой-то. Thank you.
Это штука для чеснока. Чистить чеснок. Давай попробуем чеснок. Как он? Вот так? Как-то так, да. Папа пытается целую головку засунуть. Мне кажется, надо на зубчики. Вот она и поделит ее на зубчики. А-а-а. Я вообще салфетку положила. Ну и как, почистился? Да. Да. Ну, почистил, хорошо. Да, слушай, так быстро, несколько движений, и чеснок почистили. Особенно, если чеснок мелкий. Вот он, почищенный. Слушай, супер. Хорошая штука, полезная в хозяйстве. А, все. Круто. Ой. Это чистилка овощей. Я думаю, что и картошку, и морковку, свеклу, ну все такое может быть. Тоже курку чистить. Угу. Так. Так это все выглядит. Это вот чистить той стороной, а вот это вот как, какие-то полоски. Ух, острый очень. Слушай, это для корейской морковки, наверное, да? Да. Хорошо вот чистит? Ой, как хорошо чистит. Просто сказка. Так, сейчас попробую корейскую. Да, это корейская морковка. Да. Получается, ну, такие тоненькие полосочки, как это, как спагетти. Ням-ням-ням-ням-ням. Смотрите, уже есть почти. Я тоже ел. Это 3D формочки вырезать, новогодний набор елки, и, по-моему, снеговик должен быть. Да нет, что-то... Что-то такое? Что-то другое. Короче, вот такие... Это рейндир, да. А, да, точно, олень и елочка. Так, два раза вырезаешь, а потом вот эти вот отверстия вставляешь. Ну, потом снимем, покажем, как мы печенье будем делать. Так, это у нас, получается, намагниченные шарики. Это пазл типа какой-то, да? Сейчас узнаю. Это магнит, да? Так, ну там очень много, не показывают. Слушай, глянь, она сама в цепочку, да? Гля, класс. Надо, видишь, это из-за того, что была другой стороной. Оба, соединилась быстро. Ну, подожди, мам. Так мы разве это можно делать? Гля, класс. Я нашел магнитик. Бросай. Человечек получается какой-то. Так, ну это мамина штучка. Я сомневалась, стоит ли мне заказывать в интернет-магазине, но рискнула. Он недорого стоит, этот карандаш. О, как выглядит симпатично. Выкручивается. Он такой, с одной стороны, вот такой острый кончик у него карандаша этого. А что это красить? Брови. Ну-ка, дай-ка я Соню подкрашу. А с другой стороны очень тонкий Соня. Стержень. Получается, ну, такой длинненький. Вот сколько много. Лёгенький. Слушай, кстати, очень даже ничего качества. Я не ожидала. С другой стороны. Так, игрушка долгожданная, но она, похоже, поломанная пришла. Она уже поломанная пришла. А, дети так ее ждали. И что теперь? Вон там запчасти какие-то от нее валяются. И вот это вообще даже не в коробке была. Коробка как будто бы уже открытая была. Вот у нее эти части поломанные вывалились. И запасных коробки. Нет, да? Нет. Слушай, обязательно она летать не будет. Зарядное устройство для него. Сюда оно на зарядку вставляется. Ну давай, зарядим его, посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, как-то прилепим. Моя! О, какая она будет. Должна. Ой! Она уже заряжена. Давай ее запустим. Она, прики, должна отскакивать. Она должна реагировать на руку. Слушай, это классно, штука! Не бейте! Слышь, она даже на трех пропеллерах. Ага. Подожди, сейчас, подожди. Главное, чтобы лицо не поранить. Ай! Классная штука. Видишь, если бы был бы четвертый пропеллер, она бы вот так отскакивала от руки, а так она не отскакивает. Ага. Это я ее подбиваю. Она должна просто приблизиться к руке и реагировать на руку. Игрушка называется бешеный шарик! Майя, подъем! Так, ну здесь мы вообще три пары обуви заказывали. Не дошли еще. Две. Прислали только две, не знаю, даже должны нам еще... Я знаю, я одни. Так, это, наверное, Колины, да? Нет, Сонины. Нет!
О. Короче, замшевые вот такие вот сапожки. Такая вот подошва у них замшевые, какие они внутри. Короче, внутри они очень мягкие. Я не знаю, что это такое за ткань пушистая. Какой-то искусственный мех. Там. Все такое очень приятное, мягкое. Мы по Сониному размеру, по американскому 4 заказали. Малый Сон? Нет. Не, они даже чуть-чуть еще простор, на носки еще хватит. Сонечка, давай вторую. Круто очень. Одень вторую. Слушай, так стильно смотрится. Замша черная и белая подошва спортивная. Мне очень нравятся такие сапожки. Мне тоже. Ну и последнее. На сегодня. На сегодня. То ли Колин, то ли папин. Мы заказывали еще и папе, и Коле. Да. Вот что-то не прислали еще. Да, Колины. Папу обделили. Это тоже замшевые они. Или не замшевые? А, нет, это... забыл, как ткань называется. Это тканевые. Я забыл, как называется. That's free, forward, red and black. Типа Nike, да? Так-то нет. Подошва у них. Этот цвет выбирал Коля себе сам. Он выбирал красно-черный, они же прям какие-то розовые. Коля, они удобно сидят? Да. Нигде ничего не давят, не жмут? Твой размер? Или великоваты? Чуть-чуть. Ну что, дети, вам понравились покупки да. с интернет-магазина? Да. И ссылочки на все эти товары у нас будут опубликованы под видео. Да. 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 На этом все. Дорогие друзья, спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!